Друзья, всем привет! С вами Санек. Вот такое короткое видео. В общем, очередной передний ведущий мост на колею, напомню, 75 этот мост под оковские колеса. Вот здесь как планировал, так и сделал. Я уже показывал в одном из своих предыдущих видео. Как здесь я планировал, там много чего советовали, но все равно я сделал так, как я хотел, и мне это очень понравился вариант. Вот без вваривания втулки к приводу, то есть привод идет сразу до редуктора. Отлично все получилось, крутится, вертится, нигде не закусывает. В общем, доволен вот этой. Может, идея она не новая, но тем не менее я ее делаю вот первый раз. И действительно, это вот такой самый для меня уже нормальный вариант. Потому что я художник, я так вижу. Спрашивали, можно ли сделать на колею 70. Да, конечно, можно. В принципе, хватает еще расстояния, да, в этом исполнении укорачивания чулка, как я сделал. То есть сместить сюда 2,5 сантиметра и сюда 2,5 сантиметра. И вот колея уже будет не 75, а 70. Всего хватает, поэтому можно, я думаю, сделать и на колею 70. Вот как-то так. Видео короткое. Сильно тут объяснять и показывать я уже... У меня там 3 части, 4 части есть, да. Ну, в основном это вторая и третья часть. Как рассчитать и как собрать. Даже без токарных работ. Ничего тут сложного нет. Много кто посмотрел. Много кто повторил. Никаких проблем. Когда уже есть готовые размеры, смотри и делай. Никаких вопросов уже не возникает у людей. Вот как-то так. Это площадка, чтобы приварить сюда для узла качения, либо на крестовине, либо там на шкворне, либо еще как, либо просто добавить еще, разнести эти все моменты. В общем, просто уже готовый вариант. Там уже насколько фантазии хватит у человека, как это исполнить. Вышину надо какую-то, может, определенную, может, еще что. Я не делаю эти вещи, я не знаю особенностей. Вот. И так далее, и тому подобное. Ну, установкой я не занимаюсь. Все ставят по месту на свою технику. Вот, как-то так. Также и не делаю тяги. Тягу, да, межколесную. Я не знаю, где особенности рамы, где она будет проходить, либо здесь, либо как на УАЗе там спереди, вот, либо она там снизу пойдет. Нет рамы, нет тяги, все делается по месту. Не знаю, где будет рулевая стоять, либо рейка стоять, либо гидроусилитель будет здесь, вот. Куда-то там ставится. Но это все делается по месту. Без рамы я не могу это все дело. И без колес тем более. Исполнить. Ну, здесь несложно. Самому добавить. Как нравится. Такой длинный, такой длинный. Вот здесь, вот здесь. Либо вот здесь. Тут уже... Должна фантазия присутствовать. Вот такое вот коротенькое видео, друзья. Всем пока. С вами был Санек. Занимаемся дальше по плану.